Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1150. Нам нужно начертить отрезки. Первый отрезок, отрезок AB, длина которого 1,3 сантиметра. И чтобы понять, какая это длина, давайте выразим все. То есть вот это число 0,3 сантиметров и в сантиметрах, и в миллиметрах. Целая часть нам показывает, сколько сантиметров, дробная часть нам показывает, сколько миллиметров. Потому что в одном сантиметре 10 миллиметров, поэтому 3 десятых это будет 3 миллиметра. То есть у нас 1 сантиметр и еще 3 миллиметра будет длина отрезка. Берем в руки вот такую вот линейку. Там, где 0, это у нас будет А. А Б отмечаем на расстоянии 1 сантиметра и 3 миллиметра от точки А. 1 сантиметр и еще 3 маленьких деления. Это будет 3 миллиметра. И отмечаем точку Б. Можно линейку убрать и соединить точки А и Б, получаем отрезок АБ равный 1,3 сантиметра. Следующий отрезок, отрезок СД, который равен 2,1 сантиметра, то есть 2 сантиметрам и 1 миллиметру. Снова берем линейку в руки и чертим отрезок СД, точка С у нас будет там, где 0. Точка D 2 сантиметра и еще 1 миллиметр, то есть вот тут вот. Линейку убираем и соединяем точки C и D. И последний отрезок MP равный 0,8 сантиметра, то есть просто 8 миллиметров. Ставим точку M там, где 0. И точку П там, где у нас 8 миллиметров. Вот здесь вот. Убираем линейку и соединяем точки М и П. И получаем отрезок МП равный 8 миллиметрам. И выполнили задание 1150. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. И запросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.